Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня вяжем кардиган оверсайз, один размер, большой, для всех. Увеличить можно потом, в принципе, это шириной, все остальное вязать, увеличить, если совсем уж большой нужен, то увеличить можно шириной. Вот сейчас вы заскриньте, пожалуйста, вот эти вот сантиметры, потому что там у нас просто в петлях я буду говорить. Для чего? Для ориентирования. 15 петель, 10 сантиметров плотность вязания. И вот одна вот эта полоса, это 8 сантиметров. Это ориентир. Спицы 3 миллиметра, 4 миллиметра. Пряжа 170, 200 метров в 100 граммах. 900 до килограмм, там, в зависимости, плюс-минус. Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает финансово. Вы знаете, что сейчас все русскоязычные зрители смотрят видео все бесплатно, то есть эти видео, эти просмотры не монетизируются, поэтому я вынуждена прибегнуть к такому обращению. Поэтому, если вы считаете, что я тот блогер, который заслуживает подписку в 2 доллара, то, пожалуйста, под видео в описании есть кнопочка спонсировать. Вот. Вы можете стать спонсором канала, либо оказать посильную единоразовую помощь по ссылке под видео, ссылка на донат. Вот. Не все. Кто не может, лайк, комментарий, подписка, поделиться. Также прошу всех моих зрителей, которые живут за границей, в любой другой стране, просьба тоже делиться этим видео в локальных группах, потому что я буду переводить все последующие видео, буду переводить субтитры на все языки, поэтому я думаю, оно пригодится везде, по всему миру. Вот, вот такое вот решение я нашла для своего канала. Ну, а мы продолжаем, девчонки. Значит, я сказала, да, основную, как бы, информацию, сколько нужно пряжи, метряж пряжи, спицы, размер, плотность вязания, и по итогу, что у нас получается? У нас получается длина 83 сантиметра, при условии, что вы попадаете в плотность, это по спинке она у нас длина, длиннее, и 70 сантиметров по передней детали. Ширина 70 сантиметров, длина рукава 50 сантиметров. В конце вы увидите этот кардиган на мне. Я где-то 44-46 размер русский. Ну, где-то М. М, может, L уже доросла. Ну, в общем, не знаю. В общем, ориентировочно смотрите на мне, как выглядит. Достаточно свободно, комфортно. Вот, ну, в общем, оверсайз. Поехали. Нам понадобится, девчонки, две пары спиц. Одна пара 3 миллиметра, вторая пара 4 миллиметра. Вот такие вот простые, простейшие спицы у меня. Вот, 3 миллиметра, 4 миллиметра. Я вяжу из пряжи, из бобины в два сложения, поэтому вы на это не обращайте внимания. Я вам говорю, вы себе выберите пряжу, какую хотите, какая вам нравится, просто вы, как бы, метраж пряжи должен быть 170-200 метров в 100 граммах. То есть, либо это смотать две нитки, если это, допустим, тоненькая пряжа. Ну, в общем, подогнать под мою плотность вязания. Плотность вязания у меня сейчас, я ее измерю уже на готовом изделии, поэтому она выскочит вот здесь вот, как бы, подсказкой. И количество пряжи тоже здесь вот выскочит в подсказке. Потому что на данном этапе я этого не знаю. На данном этапе мы начинаем вязать с правой полочки. Для этого я использую мой любимейший, самый крутой способ набора петель — качели. Таким вот образом захватываем петлю, так вот перекручиваем ее, далее захватываем дальнюю нить и захватываем переднюю, вот так вот переносим. Теперь под переднюю захватываем дальнюю. И вот так вот мы чередуем. И набираем 60 петель. Так, теперь, девчонки, здесь обязательно в конце нужно сделать узел. Обязательно этот набор петель моментально распустится.
Чем он хорош, вы сейчас увидите, прямо сейчас. Значит, мы провязываем, включая первую петлю. Вот смотрите, здесь видно хорошо, что здесь вот лицевая, смотрите. Я ее провязываю лицевой. Далее у нас идет изнаночная, здесь узелок. Там, где узелок, провязываем изнаночной. Вот здесь вот лицевая. То есть при этом наборе петли уже сложены именно в лицевую изнаночную. И их здесь очень хорошо видно. Вот лицевая, изнаночная. Вяжу я спицами 3 миллиметра. Так, первый ряд мы провязали, и еще вяжем 4 ряда этими же спицами, резинкой 1 на 1. Вот 5 рядов видно, да, 60 петель я набрала, 5 рядов я вяжу резинкой. Итак, вот провязала я 5 рядов. Значит, мы берем вот эти вот спицы, 4 миллиметра, и переходим на них. Далее что мы делаем? Снимаем одну петлю, 9 петель провязываем. Далее одеваем маркер и вяжем пышной резинкой. Пышная резинка у нас вяжется, лицевая петля под петлю, на петлю ниже. Изнаночная обычная. Под петлю ниже, изнаночная обычная. Я думаю, этот способ вы тоже уже знаете. Те, которые со мной. Еще раз, обычная просто изнаночная, лицевая не в петлю, а на ряд ниже, вот в дырку под петлей, и снимаем вот таким вот образом. Так, здесь кромочная, изнаночная. Поворачиваем. Вяжем изнаночный ряд точно так же. И изнаночная просто провязываем лицевую на ряд ниже. То есть узор у нас состоит из одного ряда. Все изнаночные мы провязываем изнаночными. Все лицевые мы провязываем лицевыми. Так, после маркера петли вяжем лицевыми для нашей планки. Всего мы их вяжем 10 петель, включая кромочную. И кромочную со стороны планки мы провязываем лицевой. Далее повторяем. Десять петель мы вяжем лицевыми. Далее пышной резинкой. Вот она наша планка. Десять петель. Она и дальше идет, планочка наша. Вяжем еще два ряда, будем делать дырку. Так, провязала я еще два ряда, теперь сделаем дырку. Значит, наша дырка, я первую петлю снимаю, 2 провязываю, далее 3 провязываю, всего 4 петли. Далее продеваю спицу и вытаскиваю через первую петлю вторую. Одеваю снова, вытаскиваю третью. Это 2 петли я закрыла.
и четвертую. Это у меня закрыты 3 петли. И теперь я дополняю их. 1, 2, 3. То есть здесь я сократила 3, здесь 3 добавила. И далее вяжу планку, как вязала, лицевыми петлями. А здесь вот пышная резинка. Так и продолжаем. Так, вот в конце ряда провязываем эти 3 петли лицевыми петлями. Ой, слетело. Далее продолжаем. Здесь лицевыми петлями, здесь пышная резинка. Так, провязала я 20 рядов. Всего 25. Да, если считать вот эти 20 рядов. Здесь вот оно написано. И снова беру спицы 3 миллиметра. Эти петли я так и продолжаю вязать лицевыми. Петли планки. А после маркера перехожу снова на резинку 1 на 1 тонкими спицами и таким образом вяжу 4 ряда. Вот, обычная резинка, то есть я провязываю сейчас нормальную лицевую петлю. Вот у нас 4 ряда будет этой резинкой. Так, 4 ряда я провязала, вот они, и теперь снова начинаем спицами 4 миллиметра 20 рядов пышной резинки, и вот эти вот 24 ряда мы все время повторяем. Планка у нас так и вяжется лицевыми петлями. А здесь мы вяжем пышную резинку уже на ряд ниже. И продолжаем 20 рядов. Так, провязала 4 ряда. Девчонки, теперь смотрите, мы начали делать дырку через 4 ряда. Сейчас точно так же делаем в 5-м ряду вот пышной резинки. Значит, в общем, точно так же делаем дырку. 1, 2, 3, 4 петли. Я еще раз покажу. 1, 2, 3 и 3 восполняем. 1, 2, 3 и точно так же далее вяжем. Теперь чередуем вот эти 20 рядов пышной резинки, 4 ряда простой резинки. Здесь через 26 рядов делаем, через каждые 26 рядов делаем дырку. Так, девчонки, у меня произошла там ошибка. Здесь я провязала, наверное, 2 ряда вот лишних здесь. Вот. Здесь у нас 12 все-таки рядов, вернее 24, ну все правильно, да, 24. Я еще думаю, да что ж такое, что ж у меня ничего не получается. Значит, у меня здесь лишние 2 ряда. Вы их не провязывали, у вас получится 24. То есть вот этих рубчиков 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот сейчас вот я делаю петлю. Смотрим, где я нахожусь. Смотрите, сколько у меня. 1, 2, 3, 4.
И начала я вязать пятый. И пятая дырочка у меня. Вот. Да, здесь на схеме я нарисовала 1, 2, 3, 4. Начала пятую. И последняя дырочка. Вот она у меня. Вот, ряды я считать не буду. Так, сейчас вот здесь, вот после этой дырочки у меня провязано 6 рядов. Вот я в половине вот этого, ну, чуть меньше, да. И здесь мы будем начинать делать сокращение. Сокращение у меня, вот так вот я напишу, между сокращениями у меня 1 раз в каждом 6 ряду. Вот если я сейчас сделаю в лицевом ряду, то потом я 5 рядов вяжу без изменений, а в 6 ряду он тоже будет лицевой. Я делаю снова это сокращение. То есть сейчас я вот этот вот ряд не считаю. В нем я делаю сокращение. Каким образом? Вот здесь вот мы продолжаем вязать планку. Далее после маркера первую лицевую петлю я провязываю. А далее изнаночную и со следующей вот этой вот лицевой я провязываю вместе изнаночной. То есть после маркера у нас всегда должна быть лицевая и изнаночная. А далее по узору. Итак, мы сокращаем в каждом 6 ряду. Этот ряд, я же говорю, мы не считаем. Считаем с изнаночного ряда. Вот сейчас я этот довязываю до конца. И потом отсчитываю 5 рядов. И в 6 делаю то же самое. Так, вот оно так выглядит. Видите, я провязала. И теперь делаю следующее убавление. Провязала я 5 рядов. И так продолжаем. Дырки уже мы не делаем для пуговиц. Мы делаем вырез горловины. Лицевая петля у нас так и остается. А здесь провязываем 2 вместе изнаночные. В следующий раз это снова будет изнаночная и лицевая. И так продолжаем. Так, итак, девчонки, провязала я 8 рапортов всего. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рапортов. Вот они у меня на схеме 8. Значит, убавление я делала вот от последней дырки на протяжении 3 рапортов. И получилось у меня 10 убавлений. Вот далее 1 рапорт, вот 20 петель я вязала ровно, без убавлений. И сейчас, то есть здесь у меня сейчас, да, как я сказала, 8 рапортов. 4 до последней дырки и 4 после. Сейчас я закрываю вот эти вот петли, а петли планки я оставлю открытыми. То есть закрываю сейчас петельки. Не очень затягиваем, чтобы не было здесь ощущения стянутости. Так, последняя петля вот от закрытия, мы ее оставляем. Петли можем провязать еще до конца ряда и вставляем на шпильку. Эти петли я оставляю открытыми. Далее у нас левая полочка. Вот для нее, вот смотрите, я даже начала вязать без вас, потому что тут как бы объяснять нечего. Единственное отличие, вот смотрите, у нас в размещении планки. На данном этапе потом у нас будут скосы. Ну, здесь мы в начале ряда все делали, и в начале ряда у нас планка. А здесь у нас в конце ряда планка. То есть, смотрите, петли, которые у нас здесь, не считая планки, вот 50 петель, и в конце 10 петель планка.
Здесь тоже 50 петель, 10 петель планка. То есть те петли, которые мы отделяли маркером в начале 10 петель, мы их теперь отделяем в конце ряда. Эти 10 петель и вяжем планку. И так далее мы вяжем. То есть сейчас я вяжу вот то же самое, что я вязала здесь, но только планка у меня с этой стороны, и я вяжу вот до первой дырки. Это у меня где-то 4,5 раппорта, там, где у меня первое сокращение. А первое сокращение у меня, вот смотрите, через 6 рядов после первой дырки. То есть если считать по вот этим, 1, 2, 3, 4 самого узора, 5. То есть в половине вот этой вот полосы. То есть мы вяжем 4 раппорта, 4 вот этих полосочки и вот эту вот до половины. То есть 10 рядов всего, чтобы потом делать сокращение. То есть сейчас я вяжу вот так, как у меня есть, без никаких изменений. Так, далее что? 1, 2, 3, 4 с половиной, ровно так же, как здесь, в 4 с половиной полоски. Правильно, вот она, 4,5. Здесь начинаем делать сокращение. Сокращение у нас теперь тут вот здесь вот, не в начале, а в конце, да? Ну, то есть видно по схеме. Покажу. И лицевая петля, разъединяя, разделяющая планку и основное вязание, у нас будет за сокращениями. Помним, да, что сокращение мы делаем в каждом шестом ряду. Сейчас, вот, смотрите, у меня лицевая остается за, как бы не провязанная, вот здесь вот. Здесь мы провязываем 2 петли вместе изнаночной. То есть все сокращения мы делаем изнаночной петлей, а лицевую провязываем. Здесь у нас была лицевая, здесь потом мы провязывали. Ну и сокращение через 5 рядов теперь я буду делать в шестом. То есть все как здесь, 10 раз. Итак, мои обе передние детали, правая и левая. Вот, кстати, у меня петли здесь. Я их сейчас одену. Вот она. То есть они абсолютно одинаковы. Да, вот только они... Здесь планка с этой стороны, здесь планка с этой стороны. Вот у меня это все нарисовано на схеме. То есть если их сложить лицевой стороной вовнутрь, лицевую сторону я определяю по вот этой вот косичке, то они полностью совпадут, одинаковые. И здесь у нас по 11, по 10 петель. Да, раз, да. Здесь у нас по 10. Это у нас есть две передние детали. Теперь задняя деталь. Девчонки, задняя деталь. У меня вот она связана. Сейчас я вам рассказываю. Это просто прямоугольник. Прямоугольник у нас состоит 99 петель. Он длиннее. Итак, это у нас прямоугольник. Значит, здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я неправильно нарисовала. В общем, 9 вот этих вот полос. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Больше, чем здесь, не пугаемся, так должно быть. Значит, здесь у нас 99 петель. 99 петель. Так, и в высоту 9 полосок. Вот и все, я набрала, начала точно так же, как здесь, резиночку из 5 рядов, вот 20, потом широкая полоса, 4 ряда узкая полоса. И вот так вот 9 штук я связала. В конце вот эту узкую я не вязала. И связала вот такой вот прямоугольник, это у меня спинка. Значит, что я делаю дальше? И теперь смотрите, что мы делаем.
Здесь, значит, лицевая сторона, вот она у меня. Вот таким вот образом я складываю. Складываю так, чтобы лицевая сторона, вот смотрите, смотрела на меня. То есть шить мы, сшивать мы будем по лицевой стороне. Здесь спинку я закрыла все петли. И теперь я буду сшивать по лицевой стороне. Еще раз обращаю на это внимание. Значит, сначала я цепляю кромочную. Протягиваю через нее вот эту вот последнюю, и теперь смотрите, каждую петлю вот закрытых наших петель надо тоньше крючок взять, вот видите, косичка там, косичка там, я через них провязываю, и вот таким вот образом сшиваю плечевой шов. Все швы у нас, которые будут иметься, у нас будут снаружи, как декоративные, как декоративный элемент. Видите, получается вот такой вот шов, как бы наружный. Вот я дохожу в конец. Так, и начинает у нас видео быть под звуки мотоциклов. Лето начинается, весна, девчонки. Так, последняя, вот смотрите, закрытая петля. Здесь я отрезаю и фиксирую. Потом вот эту нить я уведу сюда, в эту сторону, вовнутрь. И здесь я ее продену, уведу в плечо. Так, теперь вторую нашу сторону, девчонки. Вторую сторону мы тоже начинаем отсюда. Теперь только у нас там оставалась рабочая нить, а здесь нам придется ее тоньше крючок, потому что мне совершенно неудобно. Вот, пожалуйста, этим крючком намного удобнее. Хотя бы первые петли отдали. Так, вот оно мое второе плечо. Здесь я тоже обрезаю нить. И увожу точно так же ее наизнанку. И с изнанки фиксирую. Так. Далее здесь нам нужно вот эту нить зафиксировать. Я вот так вот провязываю, прям еще делаю один узел и увожу вовнутрь тоже. Итак, что у нас есть на данном этапе? Это две полочки с
спинка, сшитый плечевой шов и вот открыты петли планки на обеих сторонах. Что я делаю? Я теперь буду вязать вот эту часть планки, где у меня спица и не обрезана нить. Это левая планка без пуговиц, без дырок, которая. И я ее буду вязать и одновременно прикреплять вот сюда к этим, к срезу спинки. Так, значит, вяжу вот эти вот петли и покажу вам, как я буду присоединять. Так, последняя петля, вот она у меня, последняя петля. Я ее переснимаю на правую спицу. Здесь вот смотрите, цепочка, под цепочкой вот такой вот узелок, я его поднимаю, возвращаю эту петлю и провязываю их вместе лицевой. Далее поворачиваюсь, вяжу ряд в обратную сторону. Снова поворачиваюсь. То есть мы вяжем просто вот эту вот планку, при этом мы ее присоединяем к петлям спинки. Так, в конце, с той стороны, где мы находимся, вот возле спинки, я снова делаю то же самое. Петлю переснимаю на левую спицу. Здесь смотрим следующий наш узелок, вот он, и следующий вот. Поднимаю, возвращаю эту петлю и провязываю эти петли две вместе. То есть таким образом я снова прикрепила. Поворачиваемся, вяжем ряд лицевые. Снова поворачиваемся. Там, где открытый срез, мы просто поворачиваемся. Там, где мы находимся возле петель основной детали, мы прикрепляемся. Сейчас еще раз покажу, последний раз. И далее самостоятельно, прямо по всем петлям спинки. Так, смотрим, последнюю петлю переснимаю. Далее следующий узелок, вот он. Поднимаю ниточку. Возвращаю эту петлю, провязываю две петли вместе. И вяжу обратный ряд. Далее мы будем, вот смотрите, прикрепляться вот, вот он, узелок следующий, 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 следующий. И таким образом мы дойдем сюда, вот в эту вот точку. Так, вот, смотрим, что у меня получилось. Смотрите, вот я прошла по вот этому краю и все присоединила. Теперь я подошла, подобралась к этим вот петлям планки с другой половинки. И теперь мне нужно на вот эту вот спицу перебросить эти петли. Так, здесь вот смотрите, у нас встретились две половинки планки. Это у нас правое плечо. Теперь нам нужно сшить. Здесь уже можно как бы, ну, решать, вот что лучше, сшить на лицевую сторону или сшить на изнаночную сторону. Я почему-то думаю, что именно планку лучше сложить лицевыми сторонами вовнутрь и сшить вот по изнанке. Пусть везде будут декоративные швы. Так, здесь у меня вот эта нитка еще оттуда. Мы ее потом проденем. Значит, я беру с каждой спицы по петле и при помощи крючка сшиваю. То есть планочку я сшиваю крючком. Можно спицами, петля в петлю. Но это для продвинутых, кто умеет. Ай-яй-яй. Вот она, последняя петля. Так.
И здесь вот, если есть дырка какая-то, как раз есть шанс это все дело как-то зафиксировать. Так, есть. Смотрите, вот так вот получается сшито. Теперь, так, теперь сзади оно как бы стоечка, вот она наша головинка. И теперь переходим к рукавам. Рукав, вот смотрите, передняя деталь. Мы берем 4 полосы. Раз, два, три, 4. И отсюда начинаем набирать петли. Вот эту тоненькую не берем в расчет. Начинаем сразу от этих плясать. От широкой полосы. Значит, как мы набираем петли? Вот здесь вот я вот так вот протяну одну, чтобы не делать узел, потом она будет. Из кромочных петель вот одна, вторая, третью пропускаем. Одна, вторая, третью пропускаем. То есть две, третью пропускаем. Из двух вытаскиваем кромочных, третью пропускаем. Так, вот я подхожу к плечу и перехожу на рукав, ой, на спинку. То же самое, 2 вытаскиваем, 1 пропускаем. 2 вытаскиваем, 1 пропускаем. По узкой полосе мы не набираем. Значит, что у нас получается? У нас по передней детали, смотрите, 1, 2, 3, 4. По задней детали 3. 1, 2, 3. Почему так? Потому что здесь вот плечо у нас будет вот так вот находиться. Вот. Вот этот вот шов уходит у нас на спинку. Вот. Поэтому у нас середина получается вот здесь вот. Далее. То есть сейчас я посчитаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 56 петель у меня всего, и я сейчас продолжаю вязать вот такими вот полосами. То есть сейчас я на тонких спицах и вяжу 4 ряда тонкую обычную резинку, далее перехожу на толще спицы и вяжу 20 рядов, все по той же схеме, то есть такими же полосами мы вяжем, ровно вяжем, никаких добавлений, убавлений. Рукава, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5 вот этих вот ячеек наших, ну 5 полос широк. Так, и теперь через 5 полос, вот сейчас у меня должна быть тонкая, ну вот это вот тонкими спицами, мы переходим на манжет. Каким образом? Мы переходим на резинку 1 на 1. Сокращаем петли, нам нужно сократить. Раз, два, третью, четвертую провязываем вместе. Далее по узору. Здесь у нас узор меняется. Видите, тут лицевая, но нам нужно по узору, чтобы сохранить. Ну, тоже была у нас резинка. Значит, раз, два, третью, четвертую вместе. По узору вяжем. Сейчас мы резинку как бы восстанавливаем, и вот так вот каждую третью, четвертую мы провязываем вместе, при этом вяжем резинкой 1 на 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. И вот последние. И далее вяжем резинкой 1 на 1 манжет. Вот сколько нам
хочется. Итак, я провязала 18 рядов, теперь закрываю петли все. Закрываю по узору, то есть смотрите, лицевую петлю провязываю и на нее одеваю кромочную. Далее изнаночная петля провязываю и одеваю теперь вот эту вот петлю. Так, закрыли все петли, теперь последнюю петлю я оставляю, значит, складываю так, чтобы лицевая сторона у меня была наверху, вот боковой шов. Вот смотрите, когда мы складываем рукав, у нас уходит шов на спинку, это то, что я, о чем я говорила. Вот лицевая у нас сторона, спинка у нас длиннее, чем передняя деталь. Вот это нормально. Сшивать мы будем вот сюда до вот этой вот полосы. Здесь у нас будет разрез, и задняя деталь будет длиннее передней. И начинаем от рукава, точно так же, как мы сшивали плечо, здесь мы будем сшивать по кромочным. Так, захватываем кромочный и крючком провязываем. И теперь сшиваем вот прямо аж сюда. Вот сшила я рукав и закончила здесь. Здесь у меня по передней детали одна полоса, по задней детали три полосы. Сейчас нить я маскирую и точно так же вяжу второй рукав. Итак, девчонки, вот он мой результат. Мои пышные девчонки, налетайте. Я думаю, это самое оно для вас. Далее в конце видео вы увидите, на мне увидите разницу. Вот как бы, ну, величину саму. Что хочу посоветовать именно для пышных девочек, возьмите тонкую пряжу и сохраните вот эту плотность, чтобы кардиган был летним, вот таким вот, и теплым, и летним, какую-то ангору, да, и он будет, как бы, не будет, как бы, полнить. Ну, я так думаю, во всяком случае. Ну, и даже и вот, вот такое, главное, чтобы пряжа была струящаяся, чтобы это не был кокон. Вот, так, и еще раз повторюсь, девчонки, если вы считаете, что я тот блогер, который заслуживает подписку, либо какую-то помощь от вас, либо хотя бы при невозможности финансовой помощи лайк и подписку, то ссылка на спонсорство под видео, кнопочка «Спонсировать канал», «Быть спонсором канала», по-моему, на русском там написано. Вот, это всего $2 в месяц, а мне это очень-очень поможет.
Я планирую, кстати, видео снять, рассказать о моих новостях и о моих работах новых. Вот. Но я все равно буду, у меня еще ночи есть для того, чтобы вязать их, что-то было на канале, поэтому вот так. Все, а на сегодня я прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.